команда знакома, и, думаю, жюри и зрителям. А что тянуть? А давайте встречайте сборная ПГАУ! Если бы Вячеслав Владимирович Гладков не поставил бы нам двоечку. Итак, внимание на игра. Поэтому мы решили ему подарить ровно 2000 рублей. Зачем? Чтобы ему было обидно. А сегодня мы обещаем подарить каждому члену жюри по 5000 рублей. А это зачем? Чтобы они долго не думали. Ребята, мне кажется, в нашем выступлении хватает маленькой изюминки. Тут кто-то сказал про сладкую ягодку. Привет, Заречный! А что это за, собственно, фрукт? Вы что? Ты что делаешь? Решил добавить свежести в ваше выступление. Ребят, это вообще кто такой? Да это Санек, мой младший брат. Чё? Опять у мамки в шкафу от грозы прятался. Единственное, что могу прятаться от нашей мамы, это история твоего браузера. Сань, а ты не думал, что нас тут 6, а ты как бы один? Ну да, вы как кассы в Зареченском караване, стоят 6, а работает-то одна. Да что мы с ним разговариваем, внесите ремень. О, а я думал, где я его оставил. А может сегодня погуляем? Ой, какой маленький, а какой хорошенький. Тебе, может, кашки сварить с маслом? Ты лучше натрись им, а я попозже подойду. Чего? Ну ладно, ладно, договорились. Слушай, братан, а как у тебя так с девушками ладится-то, а? Да просто, девушки любят ушами, а еще когда танцуют сборные бега! Тихо! Не нравится? Уходите! Ты не понял, что на тихо, дитя! Недавно в России проходил тотальный диктант. И давайте представим, как он прошел на Кавказе. Здравствуйте, ну что там у меня по диктанту? У вас 4. О, я что, совершил всего одну ошибку? 4 правильных слова, молодой человек. Вы написали жизнь через «ы», а правила через «е». Ну да, моя жизнь, мои правила! Ну что? Каждому бывает шанс поздороваться за руку с мэром. Итак, представьте, на открытии травматологии. Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю вас! Здравствуйте! Открывается сезон охоты. Итак, представьте, отец перфекционист с сыном на природе. Ну, мама, пошли домой. Да ладно, сынка, подожди, еще одну. Мама, ну, папа, пошли.
в течение долгого времени, и она согласилась, но только при одном условии. Да я с тобой буду встречаться, только если завтра снег пойдет. Ну и чё, пойдем? Связалась на голову с этими метеорологами, блин. Бабушки жалуются на недостаток внимания. Итак, представьте, бабушка, которая взяла все в свои руки. Ну все, мам, спасибо, что с Машенькой посидел. Мы пошли. Может, у вас хоть проводить? Да не надо, мы через неделю приехали. Пока. Пока. Целую неделю. Как скучно. О, мальчик. Ну-ка, иди сюда. Такой симпатичный внук и без бабушки. Я ж когда тебя в первый раз увидел, у меня аж давление подскочило. Не понял. Пошли ко мне. Я покажу тебе коллекцию варенья. От абрикосового до яблочного. Так сказать, от А до Я. Варенье? Ну хочешь, пойдем на грядку картошку копать с тобой вдвоем. Копать? Ой, извините, я, наверное, из того начала. У меня есть новый Xbox, да. Алёшка! Ава! Домой! Чё ты лезешь не в своё дело? Карга старая! Это мой внук, не лезь, ведьма! А чё мне целый день делать надо? Александровичу, и также благодарю начальника по внеучебной работе за всестороннюю помощь и поддержку.